Всем привет, сегодня с вами поиграем в мобильный шутер от первого лица. Называется Полигон мировой войны. Начать миссию. Мы с вами начинаем с обучения. Смотрите, 12 мая 41-го, Форт МакАртур, Калифорния, военный лагерь. Сейчас посмотрим стартовую сцену. Нам показывают американскую военную базу, на которой тренируются солдаты. Кто-то отжимается, кто-то бегает. Но найдет уже час. Да, чувак, жду не дождусь, когда стану настоящим солдатом. Что интересно, сейчас идет тренировка. Я слышал, что эти тренировки просто адски тяжелые. Кому какая разница, быть солдатом лучше всего. Девчонки тебя обожают, Америка тебя обожает. И по правде говоря, работать почти не надо. Надеюсь, ты прав, приятель, надеюсь, ты прав. Это я прибыл в тренировочный лагерь во времена Второй мировой. Смотрите, взяли винтовку. Автоматическая стрельба по умолчанию включена. Подходит для большинства игроков. Я лучше выключу, сам буду стрелять. Уничтожьте тренировочные цели. Две за раз не получилось. Положили. Идите на следующее место. Ничего себе, можно так ходить. А это что за выстрел? И это что за выстрел? Одно и то же, смотрите. Ах, там нужно другое взять. То есть мы их должны прям положить, да? Смотрите, мобильная игра, представляете себе такое? Идите на следующее место, это куда? Нам показывают GPS-маячком. Приседаем. Проберитесь под помехой. Присесть, ну-ка. По сержанту выстрелить нельзя. Получите новое указание у сержанта-инструктора по стрелковой стрельбе. Говорить. Так, он меня зачем-то трясет. Что ему не нравится? А, ему надо отжиматься, что ли? Стреляем. Не получается стрелять, смотрите. А если перезарядиться? И сейчас остановим. Бам. По центру. Успешно. Мы начали отжиматься. Кстати, здесь можно также перезаряжаться. У нашего оружия скоро закончатся патроны в обойме. Проберитесь через помеху. Перелезть. Возьмите динамит, а если мы оружие поменяем? Да, можно на эмуляторе, смотрите, менять прям оружие. Раз только взял, заменил. Выстрелили по динамиту, ничего не произошло. Взяли динамит. Заряжаем его. Уключим проволоки, сматываемся. Срочно сматываемся. За укрытие, быстро, быстро, быстро. Сели. Все рвануло. Идите на следующее место, ничего себе. Во Вторую мировую войну все было жестче. Тут даже тренировки с настоящим оружием. Ну-ка, если залезть, разрешат? Нельзя. Так, ну может быть... Русский шпион. Кто откуда знает, кто мы такие вообще? Мы просто сюда прибыли. Возьмите гранаты. Взяли гранатку. Кидаем. Они в бесконечном количестве. А если вверх? Все равно летит не к нам. Кстати, так вы смотрите, что я могу сделать. Проход закрыли, хитрецы. А зачем он целится-то? Они проход закрыли. Вот, реальные боевые действия, смотрите, прикол. Кидаю как есть из укрытия. Выше. Еще. Смотрим. Нет, не то, надо подальше кидать. Уничтожьте тренировочные цели гранатами. Проходим просто издали здание. Смотрите на значок. 25-ку отняли. Еще. Все, уничтожили. Идите на следующее место. Вот оно. И мы заходим с другой стороны. Как вам такая приколюха? Взять. Двойное касание. Дважды, чтобы прицелиться. А зачем нам целиться-то? В голову прямо. С километра, смотрите. В самый центр просто. Все, перезарядка пошла. А гранаты? Может так проще? Еще кидаем. Не взрывается, смотрите. А почему так долго? Еще. Они не взрываются, почему этот гранат? Закончите тренировку.
Ничего себе, мы опасны. Забросы проходим. Жесть. Сейчас будем кидаться, смотрите. В своих кидаем. Еще. И проходим. Быстрей. Я успел кинуть? Нет. Важное объявление. Война охватила Европу. Гитлеровская армия вторглась на территорию Франции, развернув полномасштабное военное действие. Боже, это ужасно. Как думаешь, что будет дальше? Что будут делать Штаты? Мы-то? Не волнуйся, Франция очень далеко. Уверен, нам здесь ничего не грозит. Смотрите, хотят отсидеться просто здесь. Не знаю, Джеймс, у меня плохое предчувствие. А кто это у нас тут такой храбрый? Видите, один подбадривает, другой нагоняет жути. Миссия выполнена. Военный лагерь. Проходим далее. Операция «Нептун» сейчас у нас будет. Не забывайте улучшить свою экипировку. Начать миссию. 6 июня 44-го. Ничего себе. Прям через 3 года. Пляж Омаха, Нормандия, Франция. Операция «Нептун». Высаживаются спецкорабли для десанта. Вот и мы. Вас не просто тренировали для этого дня. Вы были рождены для него. Внушает. День, за который мы готовы умереть. Не хнычь, солдат. Ты и закат мои самые опытные люди. Покажите всем достойным пример и помните, что вы всегда можете друг на друга положиться. Мы снова в самой гуще событий. Как тогда с японцами? Пропустить. Спорим, вы сейчас не считаете, что это самая лучшая работа в мире. Солдат. Так, мы умеем кидать. У нас всего 3 гранаты. Давайте вылезем куда-нибудь. Прыгать, кстати, нельзя. Подождите, это что такое? Так, я хоть помогаю там чем-то? Где кто? По нам шмалируют, смотрите, нереал. На! Гранатка. Уложил. Еще граната. На. Так, убрал двоих. А, не попадешь так в голову, хотя у меня не автомат. Ты куда стреляешь? Непонятно. У нас одна граната осталась. Сейчас наших подбомбят. Вижу. Раз, два. Все, уложил. Есть раненые, но мы помочь, похоже, ничем не сможем. Только если добить. Ух ты, йоу. Так, присесть. Попал куда-то. И у нас, кстати, есть же... А, снайперская, они намекают. В голову. Еще ты есть. В голову. Так, все, нам что-то говорят. У нас пол жизни. Кстати, динамит есть. Нужно ли подбирать? Похоже, нет. Но мы могли по нему выстрелить. Ах, 19 метров. То есть мы должны еще были на какое-то место. Найдите командира и запросите дальнейшие указания. Вот наш командир. Я его расстрелял. Возьмите базуку. Где? Нужно вокруг оббежать. Базука, ничего себе. Уничтожьте бункер перед вами. Все, уничтожили. Уничтожьте бункер справа. Найдите динамит, чтобы прорваться через баррикады. Вот и он. Тут прям очень много подсказок. Это хорошая тактика, когда нас обучают. Смотрите, баррикады сейчас прорвем. Установили. Укройтесь от взрывов. Где? Что я делаю? Почему у меня прицел-то был? Укройтесь от взрыва. Что-то не похоже, что я укрылся, просто стоял. Главная цель, бонусная цель и бонусная цель. Двойная награда. Вернуться в меню. Пляж Омаха. А теперь откройте меню снаряжения. Кажется, там что-то новенькое. Ничего себе. Вот эта игра. Улучшить. У нас сколько монет? 1000. Автомат Томпсона. Уровень 2. Урон увеличился. Дальность стрельбы. Скорость перезарядки и размер магазина. Окей. Сейчас вернемся к делу. К войне. Откройте меню компании. Пока что мы проходим обучение. Вы уже завершили первую миссию, но в любое время можете пройти ее снова. На этом можно заработать звезды за выполнение бонусных целей. Выберите вторую миссию. Давайте вторую выполним и на этом видео закончим. Операция «Нептун», миссия вторая. Ой.
Ничего себе, так в принципе это нормально можно попадать, смотрите. У меня 105% здоровья, как вам такой прикол? Кстати, автомат Томпсона перезаряжаем. Винтовку перезаряжаем, не надо. Пистолет у нас есть с бесконечными патронами. Тут жесть, пропустил. Уходим от выстрелов. Резко другую. Ах ты, она хуже стреляет. Видите, в голову можно попасть. 96%, так они особо у меня ничего не отняли. Так, я лучше поменяю на Томпсона. Ничего себе, операция Нептун номер 2. Что? Натя. Еще. Ничего себе, там двоих откинуло. Еще. Последнюю гранатку. А в танк чем стрелять? А, все, конец. Разбомбили. Где бы еще гранаты раздобыть? Написали что-то про бункер. Миссия выполнена. Вы видели, как мы быстро захватили? Вернуться в меню. Ничего себе. Это буквально минута была. Загрузка главного меню. Игра вообще супер. Ничего себе. Давайте откроем ящик. Винтовка Спрингфилда. Пропустить. Шоколад. Do you like? Да. Ask later. Спросите меня потом. Миссию 3 выполнять не будем. Ну-ка посмотрим, что еще есть. Кожаная куртка уровня 2. Ничего себе, мы в кожаной куртке ходим на войне. Это очень опасно. Предметы. Получить бесплатно. Так, у нас еще монеток добавилось. Снаряжение. Давайте каску улучшим. Защищает от попадания в голову. И еще раз улучшим. То есть у нас уже 3 уровня. Купить детали. Смотрите, деталей не хватает. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами поиграли впервые в шутер от первого лица World War Polygon. Полигон мировой войны. Оцените видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.